Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Игорь Левичев, и это мой видеообзор на набор LEGO Звездные Войны, артикул которого 75201 под названием AT-ST Первого Ордена. В этом наборе 370 деталей, год его выпуска 2018 и рекомендованная розничная цена этого набора 4699 рублей. О, боже мой, как у меня горит. Вы, наверное, сейчас смотрите и не понимаете, что происходит, это вообще-то не тот набор, Игорь, ты поехал что ли? Да, набор не тот. Потому что 75201 я категорически отказываюсь покупать, ибо этот сет, ну, фигня полнейшая. И сейчас мы будем разбираться почему. Ну а на экране вы видите просто идеальные составляющие, из которых можно, в общем-то, соорудить этот сет, о котором сейчас пойдет речь. Я надеюсь, что я вас заинтересовал. И, кстати говоря, как только набираем 1000 лайков, естественно, вы знаете, что происходит. Я выпускаю следующий обзор. А, кстати говоря, следующий обзорчик будет на... Вот этот вот сет, Тай Страйкер, да, вы давно его ждете, и, в общем-то, следующий обзор будет на него, так что 1000 лайков собираем, и я снимаю. Бедный AT-ST. А, да он в порядке. Давайте же обо всем по порядку, и для начала минифигурки. Естественно, самая основная минифигурка, которая может вас привлечь к покупке этого набора, это Капитан Фазма. Мы получали ее ранее только в одном сете в 2015 году под артикулом 75103. Это был транспортник Первого Ордена. И в обозреваемом наборе в шагоходе Первого Ордена Фазма у нас новая. Я буду, кстати говоря, вставлять картинки всех этих персонажей, минифигурок, которые включены в набор, для того, чтобы вы сравнили их с предыдущими версиями и с моими вариантами. Ну, позже вы поймете, о чем я говорю. Итак, в общем-то, Фазма в наборе новая. У нее изменился принт на шлеме, он стал чуть более узким, и визор в целом тоже сузился. Я об этом подробнее рассказывал в обзоре на 75197 Battle Pack специалистов Первого Ордена, который вы можете также заценить у меня на канале. В общем-то, больше, кроме нового принта на шлеме, Фазма ничем не отличается от предыдущей версии, и даже голову ей оставили черной. Да, у нас до сих пор безликая Фазма, и мне кажется, очень жаль, потому что все-таки в фильме нам засветили глаз Бриенны Тарт. Ну, кто смотрел «Игру престолов», тот поймет. На самом деле, актрису зовут Гвендолин Кристи. И я считаю, что это немножечко неуважительно с леговской стороны не делать лица этой мини-фигурки, не знаю. Ну, лично я очень бы хотел уже заиметь Фазму с какой-нибудь головой, а не просто с черной пустышкой. Ну, ладно. Я считаю, что в 9-м эпизоде она еще вернется. Лично у меня такое предположение есть, и надеюсь, что в новых наборах все будет супер круто. А, да, у Фазмы еще в этом наборе из оружия есть копье, но его сделать также очень просто. Берем рукоять от светового меча и добавляем два копья, которые встречались у нас во многих сериях Лего, таких как Ниндзяго, там была серия с пиратами, точно там были эти копья. В Лего Муви также были эти копья. В общем, много сетов, в которых встречались такие детальки, так что вполне возможно, что они есть и у вас в коллекции деталек. Теперь давайте к следующим мини-фигуркам перейдем. А дальше у нас будут положительные персонажи, и первым делом это BB-8, которая встречается уже во многих наборах, поэтому я считаю, что достать его в каком-либо другом сете помимо этого не составит никакого труда, и задерживаться мы на нем не будем. Лучше поговорим о Фине в форме офицера командующего. В принципе, сделать эту мини-фигурку не так уж и сложно. Для этого нам понадобится всего лишь офицер из Звездного Разрушителя Первого Ордена, артикул которого 75190. Нам надо взять его тело полностью и также фуражку. Затем берем фигурку темнокожего солдата из батлпака 2016 года и подставляем его лицо к данному командующему. И вот у нас получился Финн в форме офицера Первого Ордена. Однако в AT-ST Первого Ордена у Финна эксклюзивное лицо. Как вы можете заметить, у него еще рядом с ртом такая есть там точечка или что-то типа того. Тоже такой небольшой принт. И ранее у Финна такое лицо не выпускалось. Почему я решил в качестве головы использовать того солдата из батлпака? Потому что если мы возьмем ранее выпускавшуюся мини-фигурку Фина, то у него будет двойное лицо, и тогда одно из этих выражений будет выглядывать с задней стороны из-под фуражки. И это будет выглядеть не очень-то и красиво. Ну, это моя версия Фина в
форме офицера первого ордена. И последняя мини-фигурка — это Роуз в форме полковника. С ней будет все чуть сложнее, чем с предыдущими мини-фигурками, потому что она имеет эксклюзивную деталь головного убора с волосами, торчащими из-под фуражки, а также эксклюзивную деталь тела с принтом в виде женской фигуры. То есть этот принт отличается от того, который мы получаем в батлпаке 2017 года под артикулом 75-166, где, собственно говоря, и выходит вот данный полковник, мужчина, которого вы видите сейчас на экранах. В принципе, можно сделать самодельную Роуз, просто заменив этому мужику голову. Ну а саму голову Роуз можно взять в наборе 75-176, транспортный под сопротивление. У меня, к сожалению, на данный момент у самого нет этого набора, потому что, ну, он прикольный, конечно, но на полке будет смотреться просто ужасно, и он пока что не стоит тех денег, за которые его продают в магазине. В общем-то, есть причина, почему у меня нет этого набора в коллекции на данный момент. Однако, если у вас есть батлпак и этот набор, то вполне вы можете сделать самую простую версию Роуз, переставив голову просто этому офицеру. Не запариваясь со всякими там фуражками там и телом. И так сойдет, мне кажется. В общем, к чему я клоню? А к тому, что фигурки в этом сете не те, которые обязательно должны появиться в коллекции, или не те, которые вообще надо заиметь обязательно прямо. Их можно сделать либо самому, либо в крайнем случае заказать, купить отдельно с рук или с того же самого Бриклинка. Надеюсь, в общем-то, вы поняли, к чему я клоню. По мини-фигуркам это все. Говоря о функциях, AT-ST первого ордена имеет все то же самое, что имеет AT-ST, сделанный по изгою 1. Он также может крутить своей верхней частью. Я даже не могу назвать это головой, потому что у него нет головы. У него лишь только платформа. Начало головы, не знаю, зародыш какой-то. Но никак не голова. Также он в том числе может тоже передвигать ногами. Только у того AT-ST первого ордена есть небольшой плюс. За счет того, что у него сверху нет никакого лишнего груза, то есть у него нет вот этой вот кабины, он может стоять, хотя этот AT-ST тоже может, в принципе, стоять. Но, в общем-то, тот сет более устойчиво может стоять в разных позах, то есть вот вы ему можете передвигать ноги, и он будет по-всякому разному стоять. Хотя вот этот тоже, в принципе, стоит. Ну да. Ну ладно. Даже преимуществом не назвать тогда это теперь уже. Ладненько. В общем-то, он передвигает ногами, и также у него там есть ракетки, которыми он стреляет. Тоже красные, причем. В тот сет имеет около 10 наклеек. Там есть пульт управления, также есть вот такие вот наклеечки на ногах. Также есть две наклеечки сзади. И еще парочка наклеек у него вот в этих частях там есть. Всякие картинки и все остальное, скриншоты я буду вставлять также по ходу видео, чтобы вы смотрели все-таки на тот сет тоже. И его, можно сказать, главное отличие от AT-ST первого ордена заключается в том, что у него есть платформа, которая может поднимать мини-фигурки к самому AT-ST, чтобы они проще в него сели. Однако, даже платформа это несовершенно. Кстати говоря, ее очень легко собрать из всяких техник деталей, то есть там вообще ничего сложного нет в ее конструкции. И эта платформа не может поднять мини-фигурку на тот уровень, на который надо, чтобы она села в кабину. Потому что эта платформа максимум поднимает мини-фигурку до вот этого уровня. Вот до сюда. До конца ноги. Когда она должна поднимать ее, ну, как минимум вот сюда. Или даже если не вот сюда. Потому что, по сути, нам надо как бы залезть в кабину через верхний отсек. Но, учитывая то, что у того набора полностью нет кабины, то платформа должна поднимать мини-фигурку вот до сюда, она поднимает ее вот до сюда. То есть мини-фигурка должна, видимо, еще по ноге вскарабкаться и сесть за руль. Итак, к чему я, в общем-то, клоню вообще все это видео? А к тому, что AT-ST первого ордена абсолютно не нужен в коллекции, по крайней мере, в том виде, в котором он выполнен сейчас. А вообще AT-ST первого ордена выглядит вот так. Сейчас тут где-нибудь появится картинка полного AT-ST, а не всего лишь его небольшой части без кабины. И что меня все-таки больше всего задевает в этом сете, это то, что
они не умудрились леговцы сделать хотя бы съемную кабину. То есть намного прикольнее было бы, если бы они добавили такую функцию, что кабину можно снимать. Потому что вы сами, кто смотрел 8 эпизод, и я считаю, что уже все должны были его посмотреть, вы сами помните, почему этот AT-ST был без кабины. Я не буду спойлерить. И было бы очень прикольно заиметь такую функцию в Лего. У нас было бы полное AT-ST, еще бы была бы платформа и такая классная функция срывания кабины и появления BB-8. Было бы вообще офигенно. Но леговцы, видимо, заполучили лишь концепты AT-ST от Диснея. И, видимо, у них получилась такая совместная провальная работа, не знаю, как это назвать. В общем, они... что леговцы, что диснеевцы недопоняли друг друга, и, видимо, компания Лего подумала, что AT-ST первого ордена вот так и выглядит. То есть они, видимо, решили, что у него в целом во вселенной не будет кабины, и что это уже законченная версия, что это не шагоход с оторвавшейся кабиной, а целый такой шагоход, какой он и должен быть. Ну, я, это моя версия, и, в общем-то, версия, которая сейчас летает по интернету, больше никаких, вообще-то, объяснений не могут найти люди этому вообще провальному набору. Но больше всего всех задевает цена этого набора. Потому что в Америке он стоит столько же, сколько стоит AT-ST по изгою 1. Там что-то 60 баксов или что-то такое, или 50. Ну, я точную цену сейчас не помню, я не буду врать. В общем, они стоят одинаково. И все говорят, что, естественно, лучше пойти в магазин и купить AT-ST по изгою, чем AT-ST первого ордена. Но у нас же в России ситуация обстоит намного хуже. И данный сет по рекомендованной розничной цене, по изгою, стоил 3999 рублей. Я его вообще приобрел вот недавно по скидке за 1800 рублей. Супер, шикарно. В то время как AT-ST первого ордена, вот эта вот модель, абсолютно никчемная, стоит 4699 рублей. То есть на 700 рублей дороже, чем этот, ну, шедевр по сравнению с тем, что мы сейчас имеем. Я никому абсолютно не советую покупать этот сет, вообще ни при каких обстоятельствах. Лучше сходите, купите вот этот AT-ST. При съемках забыл сказать самое главное. Я ставлю за все критерии, кроме мини-фигурок, этому набору дизлайк и даю ему какашечный кубик. Да, друзья, какашечный. Да, вы можете мне предъявить, типа, Игорь, возьми да дострой кабину этому набору. Тебе что, сложно, что ли? Возьми из своих деталей, сооруди кабину и ни на что не жалуйся. Ответ прост, почему я должен, покупая сет за такие деньги, его еще как-то достраивать, включать свою фантазию и что-то еще, какие-то усилия прикладывать к этому. Я хочу, как обычный потребитель, купить набор, собрать его и все, и больше ничего не делать. Поставить его там на полку, любоваться им, либо играть им, не знаю. Здесь же ни то, ни другое. Им не поиграешь, потому что, ну, фигня какая-то. Ну, реально, даже вот эта платформа нельзя сделать так, чтобы мини-фигурки с легкостью садились по ней в AT-ST. Этот сет AT-ST по изгою 1 намного играбельнее, чем тот. И на полке, естественно, AT-ST первого ордена будет абсолютно никак смотреться. Он будет смотреться ужасно просто. Как, ну, недоработанная какая-то фигня. В общем, я надеюсь, что вы меня поняли. Я уже не могу, в принципе, жаловаться на этот сет. И я решил просто записать такое видео, чтобы вы не совершали ошибки и не покупали этот сет. По крайней мере, за 4700 это точно. Возможно, на него цена, если упадет, то как просто такая галочка в коллекцию его можно будет заиметь, но я не знаю, какая цена должна на него стать, чтобы осмелиться на данный шаг. Ох. В общем, фигурки можно либо купить отдельно, либо собрать самому. Варианты я вам уже перечислил, как можно фигурки замутить. Да, сделать вот такого офицера тоже трудновато, потому что эта форма появлялась только в дорогом сете, в суперзвездном просто в звездном разрушителе первого ордена. Однако, я просто вам показал такой вариант, что это возможно. Фух, вроде я ничего не забыл, все сказал, все высказал. И на этом все. Всем спасибо, дорогие друзья. С вами был Игорь Левичев, ставим лайки, подписываемся на канал,
нажимаем на колокольчик, динь-динь-динь, и комментируем это видео. Высказывайте свое мнение вообще по поводу сета, сетов в сравнении. И пишите, покупали ли вы ATST первого ордена, жалеете вообще или все в порядке, и вас устраивает этот набор. Ну и на этом все. Всем спасибо, друзья. С вами был SLM444. Еще увидимся в следующем видео. Не забываем, там будет крутой наборчик. Тайстрайкер. Как только наберем Лойси, сразу же его выпущу. Ну и все. Всем спасибо. Всем удачи. Еще увидимся. Бай-бай. Пау. Также он может также